Всем привет! У нас продолжается подготовка к сезону, и сегодня мы будем переоборудовать культиватор КПС-4 в 6-метровую борону. Вот наш культиватор, который будем переоборудовать. Для переоборудования мы купили 8 метров уголка 50 на 70 толстостенного, баронки 6 штук и цепок. Все это купили на приемке. Как мы будем переоборудовать? Снимем поводки, раму продлим в обе стороны на 1 метр. Здесь продлим с поводков, здесь приварим угол тоже на 1 метр. Эти крепления мы возьмем с поводков. Вот они у нас здесь уже готовые. Так отрежем и приварим. Снимаем поводки. Где идет, выбиваем. Где не пойдет, будем болгаркой срезать. Убрали все лишнее, одну сторону уже сварили. Здесь все сварили с поводков. Крепление взяли тоже с поводков. А здесь сварили с угла. Борона почти готова, вторую сторону сварили. Осталось повесить баронки. Борона закончена, полностью готова к работе.